Вот это такие дороги по Днепропетровской области, мы сейчас подъезжаем к границе с Кировоградской областью. Вот такие вот ямы после пятихаток, да и до пятихаток тоже, и на мосту перед пятихатками такие ямы. И вот сейчас покажем, какая дорога начинается сразу после указателя Кировоградской области. Вот это мы едем по Днепропетровской области. Такая вот дорога хорошая. Не знаю, еду. Яма наверху. Еще не надо, что-то доехать. 20 метров. Вот такая вот дорога возле знака Днепропетровская область. Ну, покажи знак. Вот Днепропетровская область. Аж приятно заезжать в свою родную область. Да. Проникаешься гордостью. Спасибо, что хоть на нашем куске сделали дорогу. Вот знак Кировоградская область. Чуть-чуть выше подними. Дорога была видна, не торопит. Вот Кировоградская область. Смотрите сразу, какая дорога пошла. Автобан, да. Итак, до самой Знаменки такой автобан. До самой Знаменки дорога, ни одной ямы. А Днепропетровской области должно быть стыдно руководству за такую дорогу. Вот такой вот мост в пятихатках. Уже разрушилась. Асфальт разрушился до бетона. Он железная арматура бетона уже. Вылазит, торчит в яму. Вот такой вот по Днепропетровской области дороги в сторону Кировоградской. Снимай, снимай. Вот это кто будет ехать, осторожно. Это место до пятихаток, после пятихаток. Такие вот сплошные ямы.